Сегодня творческий вечер Игоря Крутого. Много известных исполнителей приехали поздравить Игоря. Лара Фабиан, Нетребко, Юрий Башмет. И мы всей нашей группой поздравляем вас, Игорь Яковлевич. Желаем вам творческих успехов, здоровья. Все остальное, думаю, у вас есть. Творческий вечер Игоря Крутого. И твои пожелания Игорю? Все-таки вы давно знакомы. Наверное, сразу скажу, всего того, чего мог пожелать себе. Потому что я безумно уважаю этого человека. Благодарен судьбе вообще, что знаком с ним, что дружу с ним, с его семьей. Вы знаете, Игорю желать очень сложно, потому что, на мой взгляд, его судьба сложилась настолько счастливо, насколько это вообще возможно в музыкальном мире. Поэтому единственное, чего хочется пожелать, здоровья и, пожалуй, вдохновения. Очень много здесь звезд приходит на автопати, или все-таки они устают и не доходят? Никто не знает. Никто не знает. И мы не скажем. Приходят все. Никому не говорите. Конкурсантам пожелаете что-нибудь? Конечно. Хороших вам песен. Это важно, кстати. Песни — это важно.
Во время новой волны модная жизнь Сочи набирает обороты. Сегодня мы присутствуем на показе «Лаурель» – модная марка. А знакомы ли вы с маркой «Лаурель»? Давно ли? Я не только знакома, но наш благотворительный фонд «Русский силуэт» сотрудничает. Фонд уже 20 лет, и все эти годы мы рядом. Несмотря на санкции, несмотря на то, что мы пытаются изолировать нашу страну, Россию, есть компании, которые дружат много-много лет и приглашают себе с нашего конкурса, вот «Русский силуэт» приглашает на стажировки молодых, талантливых ребят в Германию. И мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, на то, что они будут участвовать в 12-м конкурсе. А наш конкурс, вы знаете, это 150 городов России, все постсоветское пространство. Так что у нас есть шансы. Есть шансы. И отрадно, что они опять возвращаются в Россию и здесь работают. Хочу, конечно же, у тебя спросить, знаком ли ты с этой маркой? Да, я давно знаком и давно слежу, естественно, за тем, что происходит в бренде. Мне бренд нравится своей женственностью. Лера Кудрявцева примерили несколько платьев, и они действительно и сидят хорошо, и... Она уже решила себе взять, я так понимаю. Ну, мне кажется, да. Если бы не Юдашкин Валентин, который привлек меня к тому, что можно сделать элементарно из любой одежды какой-то лук. Вот в данном случае сегодня, не знаю, насколько удачно или нет, но когда, вы понимаете, тоже фишка. Если пиджак надевается с длинным рукавом, например, да, то вообще получается, не то получается совсем. Как только рукава короткий с матросской майкой за 3 рубля, то получается лук. Скажите, а посещали «Новая волна»? Сейчас идет конкурсанты выступают. Вы что-то кого-нибудь знаете, вы что-то видели? Конечно, мы были вчера, конечно, на вечере Газманова. И сегодня мы были, правда, не на всех, потому что пришли сюда, на это мероприятие. На самом деле, очень талантливые ребята в этом году. Просто все как на подбор, идеально поют, все попадают в ноты, все безумно талантливые, красивые. И мне кажется, что жюри будет очень сложно отдать кому-то предпочтение. Скажи, пожалуйста, давно ли ты знакома с этой маркой? Я с маркой «Лаурель» знакома настолько давно, что уже даже стесняюсь произносить эту цифру вслух. Я даже ездила на открытие их бутика в Екатеринбург как-то раз. Вела его, да. Показывай свой клатч, пожалуйста. Это клатч, который я купила в бутике Джамала Махмудова, дизайнера, который в этом сезоне одевает одну из конкурсанток «Новой волны». Купила я его год назад. И не было случая никак, не было ничего такого легкого, воздушного и легкомысленного, как сегодняшний вечер. Мне кажется, к такому легкому платью в горошек, вот такая прозрачная горошина золотая, очень даже подходит. Я думаю, что будет очень темпераментный и такой необычный показ. Судя по названию, это все будет очень в испанском стиле.
Через несколько минут начнется показ Игоря Гуляева. Звездные гости уже собрались. Мы все ждем с нетерпением. Трудно было с Домиником? Инда, пользуясь случаем, мы хотим передать ему большой привет и слова благодарности, потому что сегодня та энергия, которая от него исходила, помогла нам выступить хорошо. Мы считаем, что мы выступили сегодня очень достойно. Не без, конечно, участия замечательного Доминика Джокера, замечательного музыканта, артиста и очень простого человека, несмотря на весь его звездный статус. Поэтому мы думаем, что все было хорошо сегодня. Костюмы Игоря Гуляева помогли ли вам в выступлении? Арине. Его тоже мы очень хотим от всей души поблагодарить, потому что одежда, предоставленная нам на сегодняшнее выступление, тоже, конечно же, не могла не помочь нам выступить лучше, чем мы обычно это делаем, потому что это очень хорошее качество, это очень хорошие материалы, это действительно такие вещи, которые делают, как бы, дают тебе ощущение, что ты можешь быть лучше. Поэтому мы очень сильно благодарны ему за эти костюмы. И, конечно же, за сегодняшнее грандиозное шоу, которое вот для Берика было впервые в жизни, такое фэшн-шоу, и оно ему очень понравилось, поэтому слова благодарности. Что закончился твой восхитительный показ, восхитительный. Столько известных людей пришло тебя поздравить, поддержать. Скажи, во-первых, чему посвящена коллекция? Что тебя вдохновило на ее создание? Вдохновила, наверное, любовь к работе. И, наверное, ты заметила, знаешь мое творчество. Много лет мы знакомы. И я постарался продумать. Сегодня кризис. Да, сейчас мне очень хочется, чтобы мою одежду носили. Я сделал очень много пальто, очень много изделий таких, которые уже более приемлемы в ценовой категории. Они модные, они с достойных материалов. И я просто придерживался трендов, придерживался какой-то своей внутренней
истории, потому что у меня всегда видно, если у меня в душе, в душе любовь, у меня очень много теплых красок, если у меня со мной происходят какие-то метаморфозы, то у меня красивый много черного, серый, да, красивый серый и черный, мои цвета, да. И как говорила Коко Шанель, те люди, которые носят каждый день черное и выглядят по-разному, у них правда есть вкус, это про нас. У них есть вкус и настроение.